теперь мы воскликнем «Браво, Фиату, браво!» Потому что мы можем поздравить жителей города Магнитогорска и ближайших окрестностей с тем, что в жизнь нашу пришел лидер сегмента больф-класса по соотношению цена-качество. Да, действительно, сегодня и сейчас трудно кому-то будет вообще конкурировать с Фиатом Браво. И Фиат Браво при своей цене 675 тысяч рублей в самой топовой комплектации. Пункт А вытесняет Шкоды и, соответственно, показывает о том, что вот в гольф-классе не осталось больше народных автомобилей, кроме Фиата. Потому что Volkswagen стоят гораздо дороже и размерами, и вообще. И прыти свои тоже. Они вот немножко уступают этому автомобилю. Что касается внутренних размеров салона, то салон автомобиля в кузове хэтчбек обладает не то что большими размерами, он большим комфортом обладает. Свежие, новые, абсолютно материалы. Я вот, опять же, в первом рулее только сейчас вот помацал немножко. Очень понравилось. Панель под карбон сделана или это вообще карбоновые вставки. Что касается двери, это надо просто тоже почувствовать. Еще просто прикоснулся и закрыл дверь. И здесь даже рука не соскальзывает, есть специальные прокладочки. То есть, ну как, вот так вот Фиат продуманно работает. Потому что получил солидное вливание, потому что стал сейчас на позициях лидера, ну, скажем так честно, с немцами тягаться тяжеловато, смотря с какими, опять же. Ну, да, BMW, разумеется, но есть и BMW на Маржане 9. Вот. Что касается Фиата Браво. Что касается Фиата Гранде Пунто и вообще всей линейки Фиатов, ну, они похорошели, посвежели, помолодели и поборзели одновременно. Здесь гидроусилитель руля с регулируемой чувствительностью. Здесь вы можете попробовать двухзонный климат-контроль для автомобиля такого класса. Как можно сделать его и однозонным. И это тоже очень даже неплохо. Ну, магнитола уже стоит стандартная с MPEG-3 плеером. Теперь особое внимание я уделю и специально остановлюсь для того, чтобы вы смогли почувствовать. Что касается подкапотного пространства, новый двигатель T-Jet. Это 1.4. Всего, казалось бы, немного, да? Но для желающих погонять здесь стоит любимая мной турбинка. И, соответственно, с 1.4 выкачивается эта машина. А 150 кБ. Ну что, попробуем немножко дрифтануть, да? Так, сейчас вот, по-моему, вот так вот это надо сделать. Выключить противобуксовочную систему. Для того, чтобы всем было понятно, когда я нажал эту магическую кнопочку, машина осталась стоять на месте. Потому что, сами подумайте, какой крутящий момент передался этому зверьку. Да, и на второй передаче жирный черный свет тоже остался. Обалдеть! Вот эта техника! Вот это погонять можно. Так, теперь для того, кто желает погонять. Ну, разумеется, вы можете гонять здесь не только на оборотах там до 4000. И до 5, где максимальный крутящий момент. Вы можете погонять и на скорости, на большой. И вот для большой скорости, ну, скажем честно, это не совсем легально для России сейчас. Но здесь есть шестиступенчатая коробка передач, механка. Нормально, да? Вы уже влюбились в Fiat Bravo? Я точно влюбился, и надо задать вопрос Автограду. В очередной раз, сколько можно возить такие хорошие машины? Ну, возят же. Теперь, что касается и в завершении этого нашего безумного немножко марафончика. И выдавая глубокий респект деятельности фирмы Fiat, я пройдусь о том, что Fiat еще умеет делать. Сейчас расскажу. Ну, Fiat, разумеется, умеет делать замечательные машины под названием Ferrari, которые рвут всех Porsche. Это просто как два пальца. Вот. Fiat, кроме всего прочего, умеет делать и Мазерати и Альфа Ромео. Это к слову о том, что если кто-то захочет, ну, опять же, взять Фиат Браво и попробовать опустить его в какой-нибудь другой передаче. Одноклассники будут стоить немножко дороже. И вот они так точно кое-кого поимеют. Поэтому испытывать не надо и не надо выводить из себя автограф, а то он закажет передачку, и тогда всем будет грустно. Вот. Чтобы вам было сочное и при приобретении Фиатов, я вам скажу, недавно посмотрел чудо-передачу под названием Quattroroute. Вот скажу, что всего за небольшие там 2-3 тысячи евро вам приходит чудо-коробочка, деревянный ящик такой.
И с четким описанием на английском языке, как из этого автомобиля сделают полного зверька. И при мне, и прямо наглядно, элементарно из Гранде Пунта делался такой мускулистый пацаненок. Если же сюда поставить турбину, угаретовскую, поднять давление, так, немножко увеличить форсуночки, вот, ну еще там кое-что с мозгами подпрошить, то я думаю, что порог 200 лошадиных сил для Фиата Браво это не порог. Но хотя и этих 150, как вы видели, ему во, за глаза. И за глаза удовольствия, за которым вы вместе со мной приезжаете, пожалуйста, в Автоград. А сейчас, вот, чтобы вам всем было понятно, я просто возьму у моей жены вот камеру, остановлюсь тем местом, где мы ездим. Давайте. Ну, чтобы для чистоты эксперимент. Обратите внимание. Так, сейчас немножко экспозицию подправим. Вот, вот видите, вот это был след нашей второй передачи. Длинный, жирный. А вот это... Мы стартовали с первой передачи. А как она? Вот она, чудо-техника.